Поля смерти. Полпот с самого начала был помешан на секретности и страдал паранойей. Из путеводителя по Чонг-Эк, Камбоджа. День гнева, он же день печали. Бликует толстое стекло, за ним из черепов едва ли не ополчение легло. Треть населения жертвой пали. 3 года с небольшим прошло, как в коммунизм открыв пути, Пол Пот явился во плоти. И от дворцов дивился локон, и процветали города, где Францией свивалась в кокон колониальная среда, в провалах жутких битых окон ни памяти и ни следа. Лет не прошло и 30, а прошлой жизни не найти. Всех горожан сослал диктатор трудиться на полях страны, и чтоб кормились, как когда-то, не забывая, чьи сыны. Охрипший дизель-генератор, чуть цвет рыча, кошмарил сны. Иных, кому не по пути, был дан приказ всех извести. В корнях баньяна, мир их праху, такие были вот дела. Баньян тот превратили в плаху, хватали за ноги тела и били головой с размаху отверть столетнего ствола детишек младше 10. Их разве что могло спасти. Ведь были палачи упрямы, и знать не знали лет седых, и если наносили шрамы, то поддавали и под дых, и ставили у самой ямы и пожилых, и молодых, несчастных старше 10. Кто смог бы их тогда спасти? Включали музыку, чтоб стоны не доносились на поля. 3 года и 3 миллиона по всей стране взяла земля. И не было в те дни закона, чтоб слабину дала петля. В руинах храмов, как ни чти, и Бога было не спасти. Убийцам требовалась малость, чтобы исполнить приговор, и все, что под руку попалось, мотыга, палка, нож, топор, для страшной цели назначалось и затуманивало взор. Им не было и 20, кто в силах души их спасти? Страшнее демонов бывает в иных умах идейный ссор. Гаруда Вишну поднимает оборонить земной простор, и змеи Нага всею стаей вступают в мирный договор. Дать душам крылья обрести, и чудо может мир спасти.